Мосфильм. Киноконцерн с более чем 80-летней историей. Работа студии началась в 1923 году. С тех пор на Мосфильме было создано более 2500 фильмов, большая часть которых стала лауреатами самых престижных кинофестивалей и вошла в классику мирового кинематографа. Здесь работали Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Иван Пырев, Михаил Ром, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Сергей Бондарчук и многие другие выдающиеся режиссеры. Сегодня на Мосфильме или при его участии создается практически вся российская аудиовизуальная продукция. Профессиональная техника для кино и видеосъемок, которой располагает операторский комплекс, подтверждает, что Мосфильм по праву считается одним из самых передовых предприятий киноиндустрии. В комплексе операторской техники представлена широкая линейка кинокамер Ари с оптикой Ultra Prime, профессиональные кинокамеры Ariflex 435 Extreme и суперлегкая Ariflex 235, видеокамера Digital Betacam, High Definition с дискретной оптикой Canon, DigiPrime, звукозаписывающие устройства фирм Fostex, Deva, Nagra, Aaton и аксессуары к ним ведущих мировых производителей. Комплекс располагает всем необходимым операторским оборудованием. Тележки Panther и Magnum, краны Phoenix, синий джип и 11-метровый МТ-400 с управляемой головой, а также стабилизирующие устройства Master и Flyer. Осветительная техника представлена полной линейкой приборов Ари и Химеры к ним. Операторские машины, автомобили для пассажирских и грузовых перевозок, гримерно-костюмерные комплексы, модернизированные лихтвагены, пиротехнические машины. Автотранспортный цех Мосфильма обеспечит съемочные группы всем необходимым специальным транспортом. Уникальный парк ретро-автомобилей Мосфильма насчитывает более 80 машин разных марок с начала 20 века. Rolls-Royce, ZIS, Packard, Mercedes, Volga, Opel, BMW и многие другие модели находятся в отличном рабочем состоянии. На военно-технической базе Мосфильма находится 100 танков и хранится 3300 единиц стрелкового и холодного оружия различных стран, начиная с 18 века. Бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, впечатляющая коллекция со времен Первой и Второй мировых войн вплоть до наших дней. Комплекс постановочных средств бережно хранит более 300 тысяч предметов мебели и реквизита. Многие из них представляют историческую и художественную ценность. На складах комплекса собрано свыше 800 тысяч костюмов и аксессуаров одежды любой эпохи и стиля. Монтажно-тонировочный участок Мосфильма оборудован новейшими комплексами электронного монтажа Avid Symphony, Nitris, Discrete Smoke HD и Pro Tools, позволяющим ввести все виды монтажных работ над 25 фильмами одновременно. Аппаратное телекино позволяет переводить киноизображение на видео и цифровые носители, значительно улучшая его качество. Аппараты ArriScan и ArriLaser позволяют быстро и качественно скопировать негатив и перевести цифровое изображение на кинопленку с разрешением 2К и 4К. Здание комплекса Tone Studio включает 12 студий для записи музыки, реплик и их микширования, в том числе знаменитую первую студию, визитную карточку комплекса, созданную специально для записи больших симфонических оркестров. Две студии перезаписи, акустика которых была спроектирована Томом Хидли для микширования фонограмм в любых форматах от Mono до Dolby Digital EX, и две небольшие студии перезаписи, предназначенных для микширования фонограмм телефильмов и DVD. В
В лаборатории обработки пленки киноконцерна «Мосфильм» печатается более 14 тысяч фильмокопий в год. Новейшее оборудование лаборатории обеспечивает необходимые процессы по проявке цветных и черно-белых негативов. Все виды работ по фильму после завершения монтажно-тонировочного периода, ультразвуковую чистку киноматериалов и реставрацию. Именно здесь проводится восстановление классических мосфильмовских картин, таких как «Война и мир» Сергея Бондарчука. В актерской базе Мосфильма зарегистрировано более 14 тысяч человек. Гримерный цех производит лицензированный профессиональный грим, любые парики, пластический грим для спецэффектов. Пошивочный цех может создать любую одежду и аксессуары к ней. На студии действуют 14 павильонов общей площадью 13 тысяч квадратных метров, от небольших павильонов до самого крупного, первого павильона, площадь которого составляет 2000 квадратных метров. Декорации любой сложности могут спроектировать и изготовить в мастерских «Мосфильм Декорстрой», в столярных, слесарных, вакуумных цехах, а также в реставрационных, скульптурных, живописных мастерских уже много лет работают лучшие специалисты в своей области. На натурных площадках Мосфильма были созданы декорации «Старая Москва» для фильма «Всадник по имени Смерть» и древнеславянское городище для фильма «Волкодав из рода серых псов». Киноконцерн «Мосфильм» — это синтез легендарных традиций и новых возможностей. Он объединяет лучшие творческие и производственные силы российской киноиндустрии и является единственной студией в стране, где на сегодняшний день возможен полный цикл современного кинопроизводства. Более подробную информацию вы сможете получить на сайте www.mosfilm.ru.